Иногда гидра делает вот такие вот вещи, как локогрез 0. Что это такое и как это лечить? Она, собственно, даже увидела, что у нас есть этот локогрез 0, и находится он на стаке на месте 0,0. Вот он место 0,0, размер у нее 4. Но увидеть увидела, но не починила. Значит, чиним сами вручную. Жмем на плюсик и исправляем. Собственно, делаем use custom storage и исправляем. То есть мы знаем, что это что-то 4. Ну, пусть будет integer, я думаю, да? Так вот, находится он не на 0, не на 0,4, находится он по адресу 0. Размер он 4. Жмем ОК. Готово. И вуаля, вот наша функция. То есть он этот аргумент и возвращает.